Интересно, я так все мусорники могу теперь открыть? М? Я сегодня на работе на скакалке прыгала. Вот на такой карете в максимум мы приехали, да, Макс? Всем доброе утро, 30 апреля. Вот такая у нас картинка. Опять снежок. У меня сегодня четверг. Разгрузочный день. Поэтому я несу с собой молоко. Тренировки на Калугорском стадионе. Вот Лидл, видите, у нас все рядышком. Лидл, Максима, Реми. И стадион. Рядом школа. Всем еще раз привет. Идем мы с вами сегодня в магазин. Идем. Зачем, Максимка? Скажи привет. Всем привет. Сегодня мы будем покупать другу подарок. Да, Максим решил купить другу на собственные деньги подарок. Вот на такой карете в максимум мы приехали, да, Макс? Ладно, шутка. Это вот это, кстати, карета, я уже показывала, она была в программе «Орел и Решка». Вот такая. Вот, посмотрите, что там внутри. Кожаный салон, бокальчики, шампусик можно попить. И вот такой вот красивый, можно покататься по Юрмале. Вот. Можно на свадьбу, да, арендовать, Максимка? Странный, очень странный выбор. Посмотрите, из всей этой красоты сын выбрал вот это. Амогус повар. Ребят, гуляю по своему отделу. Когда-то я вот в этом всем работала. Представляете? Колготочки, все-все-все. Вот это все было мое владение. Мужской отдел тоже был мой. Все вот это вот, все трусики, носочки, все-все-все. А на этой стороне работала моя коллега. Женская одежда, женские обуви, обувь, тапочки, колготочки, трусики. Это моя коллега. Мы друг другу, если что, замещали. Так, сейчас покажем вам, что мы купили. В общем, Максим все-таки решил взять вот эту игрушку. А могут? Взять еще вот такие вкусняшки. Говорит, что в школе они ели, им давали за хорошие оценки. И вот такой йо-йо. Давно я в Максиме не была большой. Там изменения произошли. Что я сразу заметила, это то, что обновился сканер. По-другому сейчас информацию показывает. Раньше просто цена, а сейчас и то, что акция с какого по какой. В общем, классно, удобно. На игрушки там сейчас очень много распродаж. В общем, все как обычно. Еще я заметила, что как-то просторнее стало, места больше, что ли. Когда вернулась из Германии. Когда вернулась из Голландии, я планировала вот этого чувачка. Мы планировали, и я устроилась сюда работать, когда она только-только строилась, эта Максима. Ее еще даже не было, а я уже здесь устроилась. 2 месяца ездила в Ригу, обучалась. В общем, получается, поработала и в декрете, все в этой Максиме. Очень удобно, через дорогу садик, в общем, классно. Так, значит, тут у нас мойка, тут у нас можно велосипед купить или что-то для рыбалки. Значит, мы идем на море, после работы прогуляемся, да, Максимка? Да. Видите, дорожка в Лидл. И вон сам Лидл, мойка, Реми, Максима. Моя идея была купить... Точнее, подарить подарочную карту в книжный магазин, чтобы он сам выбрал себе что-нибудь там. Но Максим придумал иначе. Выбрал пострашнее игрушку, сладости. Еще был выбор, хотел купить хаги-ваги, в общем, как обычно. Чем страшнее, тем лучше. А вы видели, какая там красота была? Какие там глазки были у животных? Можно было купить машинку или еще что-то, машинку на управление даже за эти деньги. Да. А он что-то как-то вот увидел этого повара и все. Моему другу. Вот. Твоему другу уже будет 9. Точнее, уже 9 исполнилось. Мама. Мы идем, Максимка, куда? На море. О, крышу поменяли. Видите, как уже находим отличия, да? Как было и как стало.
И вон там такие особнячки. Слышите, как птички поют? И вообще, посмотрите, какая погода. Какая красота. Это у нас сегодня, получается, 30 марта. Я царь горы. Ага, я переживаю, чтобы мы этот подарок вообще донесли до получателя, до именинника. Скоро тут все будет зеленое-зеленое, красивое-красивое. Вот сейчас гуляем, такая весенняя погода. Так классно. Слышите, как чирикают? Да. Красота. И вот еще мне один вопрос. Какой у тебя вопрос? Вот и почему там ворона? Давайте на... покажите. Ворона. Почему там ворона на проводах? На проводах. Если мы дотронемся хоть до ней, то мы получим удары током. Но Максим, посмотри, они же не оголенные провода, посмотри. Там, смотрите, самолет, кто-то куда-то летит, птичка сидит. Смотрите, какие красивые березы. Не, ну тут что-то они прям зачирикались. Упелись прям. Слышите? И вот так вот целый день, представляете, во дворе. Музыку никакую не надо вставлять, красота. Так, Максим уже нашел ветку. Это не ветка, это палка. Палку, ветку. Да, палка. Так, мы, наверное, пойдем сюда. Пойдем, сынок, сюда. Вот сюда пойдем и к морю выйдем. Тем временем мой сынок. Ни одну лужу не пройдет мимо. Там грязище, кошмар сколько. Мам, смотри, как я научился прыгать. Как мне интересно вообще. Ну. Ага, крутой. Тут тоже, видите, скоро все будет зеленое-зеленое. Вот это, кажется, сирень. Слева похоже. Смотрите, сосны. Красота. Такие краски. Так. Где-то тут дятел. О, вижу. Максим, смотри. Дятел. Не знаю, видно вам или нет. Вот на этой веточке. О. Видишь дятла? Да. Там дятел. Ломает. Давай сейчас остановимся, вам покажем. Он стучит соседям, чтобы они открыли. Видите, что творит? Красота. Так, Максим сказал, что это обязательно надо заснять. Я переживаю, чтобы он не поломался. Давай. Ну, вообще крутизна. Так, я не поняла. Сегодня с утра были сугробы. Холодрыга. А сейчас так хорошо. Все расцвело. Как будто бы. А сейчас так хорошо. Так свежо. Птички поют. Так, мы уже спускаемся. Сейчас выйдем на пляж. А я могу залезть на дерево? А не надо на дерево залазить. Зачем? Это как у черепашек ниндзя, мам, смотри. Это повязка. Я не знаю, что значит это повязка. Если кто-то знает, нам скажет. А Максим еще не хотел идти гулять. Посмотреть, что происходит. То, как залезть на дерево. Давай. Он показывает, как правильно залазить на дерево. Раз, раз. Хватаемся за ветку.
И ломаем себе нос. Ну да. Перед школой. Чтобы завтра на праздник пойти с синим носом. А? А в гости, не на праздник. Ну хорошо, в гости. Вот, мы тут. Так, ну что, появилась у нас дырка. Ну-ка, стой. Иди сюда. Ну все, привет, скажи. Привет, друг. Иди сюда, подойди поближе. Покажи свою штанину вот эту. Вот это что за красота? Все, погуляли, молодец. Молодец, да. Я думала, что девочка нарисовала Максиму сердечки и стрелочку. Мол, влюбилась там, не знаю. Или просто знак внимания. А это, оказывается, черепа, представляете? Это не черепа. А что это? Это кости. Ну, тем более, кости. В общем, ужас. Принцесса нарисовала ему. Кошки, как Хагиваки. Угу. Ну, летом здесь будет красота. Будем ходить с вами сюда гулять. Однозначно. Сейчас, когда достану палки. Боже мой, чтобы он только сам не поломался. Так, и вот мы выходим на море. И вот смотрите, что мы видим. И тут у нас Максим медитирует. Релакс, да, Максим? А посмотрите, вербы как цветет. Сколько вербы тут. Посмотрите, ребят. Вот это все, 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 все. Все в вербе. Все вот такое уже. Котики уже распустились. Так, ну что, просили, передаю вам свое настроение. Делюсь с вами эмоциями. Посмотрите, какая красота. Как классно вообще на море выйти вот так вот после работы, когда такая шикарная погода. После того, что утром было, ребят, действительно, утром все в снегу, в сугробах, лужах. А сейчас посмотрите, что это творится. Вот когда такая погода, хочется, знаете, все теплые вещи попрятать, хочется что-то достать. Полегче уже, летнее что-то, да, что-то яркое купить хочется. А завтра, ребят, завтра может быть что угодно. Завтра может опять снег пойти, град, что угодно. Так что пока еще теплые вещи не прячу. Куртку пока еще не решаю снять. Так, они явно от нас чего-то хотят. Так, вот видите, люди сейчас набирают, рвут вербу, чтобы завтра ее так продать хорошенько. Посмотрите, детская площадка уже все. Уже детей много. Так что это знак, что скоро лето. Что потепление, видите? Скоро я. Вот увидите, скоро будем здесь ходить. Будет просто все. Вот здесь места не будет, чтобы пройти. Видите, все белое. Для тех, кому интересно, сегодня у меня разгрузочный день, как я сказала уже с утра, если я это добавила сюда. Сегодня разгрузочный день на молоке. И видите, чтобы не сидеть, пошли погуляли с Максимкой, часик так пройдемся и домой. Какая погода у вас, расскажите.
Только что посмотрела прогноз погоды. У нас вплоть до 7 апреля снега. 7 апреля снежинка нарисована. Так что вещи пока не прячем, не прячем. Видите, как им классно тут. Чайка, смотрите, по колено прошлась. Все, прибыл. Так, сейчас нам надо будет здесь пройти. Зачем обходить, правильно? Когда можно пройти так. Угу. Так, мы пришли к спасалке. Вот детки резвятся вместе с родителями. Вышли, видите, кормят птичек. И сейчас все улетают. Пока я вам тут снимала, я ребенка потеряла. Он уже вон на паутине лазит. Для маленьких деток это просто кайф. И для деток, и для родителей вот с такими маленькими гулять. В такую погоду хочется достать палки и начать уже ходить опять. Смотрите, какая у меня дорога. Хоть в одну сторону, хоть в другую. Иди и гуляй себе. Как знаешь, на... Это. На паутину. Просто делаем вот так. Раз. Учит, как надо правильно залазить. Давай, Максим, ты сам уже давно не залазил. Так, залез. Ну, и теперь фитнес. Угу. И мы можем по поводу тренироваться. Да, это ты маме намекаешь, что надо тренироваться, да? Угу. И ты придумал себе тренировку. Я сейчас попытаюсь залезть вот туда. Ну, давай, попытайся. Я сейчас главное, чтобы я не спагат не села. Угу. Вот, видите, какая у нас тут паутина. Раз. И продолжение ее вот с этой стороны. То есть места всем хватит. Там, видите, тоже играют, лазают. Мам,
На это можно смотреть вечно, да, Максим? Угу. Летом принесу стул, сяду, буду здесь смотреть, как ты лазишь. Ну, да. Вот прямо возле спасалки. Тут у нас, видите, качели, все дела. Максим побежал на мою любимую качельку. В общем, с детьми тут вообще классно. Вышел. Как раньше, я с работы шла. Заканчивала работу в 5 часов в Максиме. Шла. Пока мы... Ну, забирала ребенка из садика. Пока мы тут доходили, тут еще кафешки стояли. В общем, через 3-4 часа мы только были дома. Потому что и покушать можно было в кафе, и попить. Приходили, душ, все, и спать. Сегодня мы не будем кататься. А воздух, ребят, не передать вам. Давайте приезжайте в гости. Выползайте. Хотя, еще говорю, погода неоднозначная. Сегодня так, а завтра может опять сугробы. Что-то у нас в последнее время с погодой не то. Апрель месяц, и до сих пор еще снег. Хотя я помню один год, когда с ребенком на футболе, футболом занимались. В общем, погода была еще в июне месяц, еще был ледяной ветер на поле, здесь, возле второй школы. И, ну, холодрыга была просто страшная. Это в июне. Так что, ну, а потом уже наши любимые месяца. Самые теплые. Это июль и август. И еще начало сентября тоже хорошее. Так что по факту получается у нас месяц, полтора-два лета теплого. Хорошего такого прям лета. А остальное все вон, смотрите, как портится и портится. Холодно у нас. Так, сын уже на качелях. Чё из себя снимаю? Посмотрите, какая тут красота. Вот представьте себе, вы взяли книжечку, пришли на скамеечку, сели, читаете. Вот такие у нас тут лазанки. Можно и подтянуться, и все, что хочешь. Там, значит, у нас будет кафе, я надеюсь, как обычно все. Я лично любила летом квас попить холодненький после работы. Квас попить. Ребенок любил мяско или коктейль молочный. Все, устал. В общем, серия видео из разряда «Ловим момент, пока погода позволяет, гуляем». Показываем вам эту красоту. Там дальше, мы будем сейчас выходить, там дальше кафе Куринж. Ее хайды воробушки. Это я так поругалась. На самом деле не так уж и жарко. Видите, солнышко село. Все. Мерзну. Надо убегать уже. Смотрите. Не видно, да? А так? Ать? Видно? Красота. Все, мы с вами уходим домой. Не знаю, засниму что-то еще по дороге или нет. На всякий случай всем спасибо за просмотр. И всем пока. Посмотрите, пока мы гуляем, мы даже не видим. Посмотрите, что творится. Какую уже домину отгрохали. О? Можно в тапочках ходить. Даже нет, босиком можно ходить на море. И по левую сторону будет ресторан. Видите, как круто. Я сегодня на работе на скакалке прыгала.
Да, ребят, прыгала, взяла с собой на работу скакалку, вот теперь буду прыгать. Надо как-то немножечко в форму возвращаться. И это самое... вспоминала, как в резиночке прыгали. Так я уже думаю, где можно купить эту резиночку, чтобы попрыгать. А что? Не на работе, так дома, я бы с удовольствием. Не знаю, правда, как мои колени отреагируют, но я очень хочу. Раньше, помню, даже отбирали у бабушек кусочек, не знаю, там 10 сантиметров и привязывали друг к другу, чтобы только хорошая получилась резиночка. Только что шла семейная пара с ребенком, и женщина беременная нашла на мужа длинный волос. Господи, она его так била, так била. Муж, любя, конечно, муж там ухахатывался. Она спрашивает, что это такое? Да. Смотрите, канава полная. Ну вот, осталось только еще по минам пробежать. Я имею в виду мины, которые оставляют животные. Так, тут, наверное, не видно, а тут посмотрите, что. Эти фиолетовые, это луки-батуны. Так, огороды, парничок. Летом будет тут все зелененькое. О, здесь раньше была ветеринарная клиника, и вон, смотрите, кот пошел, британец пепельный. А сейчас тут зубной врач, еще там что-то. В общем, заодно, видите, погуляли немножко по нашему райончику. Провели с нами вечер, можно сказать. Так, Максим уже набегался. Видите, кот пошел по своим делам. Кстати, вот Клондайка. Видите? Там внизу огромный плакат. То, что сдается помещение. Не знаю, все или частично, но там огромный плакат, что сдается помещение. Смотрите, теперь мусорники европейские. Не хухры-мухры. На сигнализейшене. Видите? Ать. Видите, какая я крутая. Даже не знаю, как открыть. Ать. Открылась. Видите, как все серьезно? Ать. Крутяк. Интересно, я так все мусорники могу теперь открыть?